Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Лыжню молодежи, именно так можно назвать первый мемориал Виктора Ольховского. Гонка в пяти возрастах с 8 до 18 лет прошла в лесопарке 60-летия советской власти. Эти соревнования завершают лыжный сезон и хорошая возможность для тех, кто что-то не смог показать на основных стартах, сегодня могут это сделать. На старт гонки памяти Виктора Ольховского вышли почти 200 спортсменов из разных уголков Самарской области. Дистанции разные. 500 метров для начинающих. Наибольший интерес у специалистов вызвал последний этап соревнований, когда 5 километров бежали старшие юноши и девушки. Медали разыграли между собой в основном представители Самарской школы лыжных гонок. Отличное скольжение, солнечный день и очень как бы быстрый снег. Борьба будет идти между Владом Кутыревым, значит, он член сборной области, участвовал в зональных соревнованиях, а также, значит, учеником детской спортивной школы номер один с моим учеником Никитой Гайковым. Это основные два претендента. Лыжную гонку памяти Виктора Ольховского открывали почетные гости. Вдова Ольга, мастер спорта по плаванию, Владимир Медведев и Екатерина Чуйкова, мастера спорта по лыжным гонкам. Друзья и коллеги по работе. До внезапного ухода из жизни в декабре прошлого года Виктор Ольховский возглавлял областную федерацию лыжных гонок и департамент спорта Самары. Я благодарна судьбе и Богу за то, что мне Бог даровал такого супруга, которого уважают, любят, ценят. Очень много народу, и это очень приятно, то, что о моем муже так помнят, так уважают его, чтут память. Все участники мемориала Виктора Ольховского получили от вдовы памятные медали и подарки. Чемпионы и призеры – заслуженные награды. Но на этом лыжный сезон в Самарской области не закончился. Через две недели, 26 марта, в воскресенье, в Пухвиснево пройдет мемориал Юрия Брагина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.